доброго денечка, девочки. С хорошей я к вам вестью. Приехал Лукаэс наконец-таки. Долго так мы уложились, конечно, месяц полтора, я всегда обещаю. Мы уложились в этот срок, но могло бы быть пораньше. Дело в том, что когда я отправила заказ в Лукаэс, мне сказали, что до 8 в отпуске, а не августа получается. Ну и я до 8 августа была в отпуске, поэтому так все замечательно сложилось. И наш заказ начали обрабатывать уже после 8 числа. И вот он приехал в Москву. Получили его мои брокеры и отправили в Краснодар. И едем его с вами забирать. Сейчас я вам покажу все коробочки. 5 коробок. Затем приедем в офис. Девочки мне разложат по артикулам, сниму видео, загружу на YouTube, потому что завтра, 7 числа, девочки, как все сложилось ровненько. Завтра, 7 числа, я уезжаю на неделю на море. Так получилось. У меня сестра работает в детском саду. И им от профсоюза выделили недельные путевки. Сестре, естественно, бесплатно. А мне вообще за символическая сумма, могу вам назвать, 10 тысяч недели с трехразовым питанием в санатории. В общем, все хорошо. И она мне говорит: Анька, поехали. Ну, меня ж не надо два раза упрашивать. Я говорю: поехали. И поэтому, девочки, без меня. Я сегодня сниму, поеду, а девчонки сами будут отправлять. Но я на связи, Краснодарский край. Интернет ловит, все хорошо, поэтому идем получать. Thank you.
Ну, еще раз, девочки, всем доброго денечка, как вы уже могли видеть. Показали мы вам, как мы его получали, как разбирали по артикулам Лукаэс. И вот он приехал немного, три коробки всего. На самом деле, ну, на видео три коробки, на самом деле вы видели пять больших коробок, повторяющиеся артикулы, поэтому приступаем мы с вами к осмотру. Я надеюсь, на этой неделе мы все успеем отправить. Первый набор B215 артикул. Вот такие замечательные птички-синички на гнездышке с ежевикой. Вышивается в крест и полукрест две нити, бэк в одну ниточку. 18-я Аида здесь, мулине анкор. Вот такие вот замечательные птички. Обратная сторона набора. Сегодня полюбуемся с вами. Лукаэс не жадничает на обратную сторону. B444. Всем известная картина Ван Гога. Ирисы. Вышивается только крестом в две ниточки. На 18-й Аиде 38 цветов. Мулине анкор. Канва и ниточки. Следующий набор B515. Крестьянка. Вот такая вот девчушка сидит, расчесывается. Каша пролилась, расстроенная она из-за этой каши. Видимо, да? Грустно и виновато смотрит на нас. Вышивается крестиком в две нити. 18-я Аида, мулине анкор, 47 цветов. Ниточки, канва. Следующий набор. B538. Здесь уже девчушка веселенькая. Фишинки, посмотрите, у нее в шляпке. Нянчит кота, кормит его. Молочко, видите, для кота приготовлено. Тоже вышивается крестиком в две нити. 16-я Аида. Девочки, прошу прощения. А мулине анкор, 50 цветов, уровень сложности 3, размер 35 на 43 сантиметра. Большая картина. Ниточки и канва. Следующий набор. Всеми любимый и всем известный. B547. Корзина с розами. Только крестиком вышивается. На 18-й Аиде мулине анкор, 48 цветов. 42,5 на 34 сантиметра этот набор. Канва и ниточки. B549. Следующий набор. Мы их сейчас парочкой посмотрим. Следующая девушка тоже из этой же серии. B549. Здесь тоже только крестик. 18-я Аида. 55 цветов в наборе. Мулине анкор, уровень сложности 3, 28 на 35,5 сантиметров. Канва и ниточки, пока ее в сторонку, потому что следом идет похожая девушка. Девушка с розами. И там набор называется «Девушка с розами». Ну, правильно, потому что и там девушка с розами. Все логично. B553 артикул. Тоже только крестик. Также 18-я Аида. 55 цветов. Мулине анкор. 28,5 на 35,5 сантиметров. Обратная сторона. И вот так вот эти две красавицы смотрятся вместе. Сдается мне, что это один человек заказал. B591. Рождественский интерьер. Мы с вами его не раз рассматривали. С удовольствием я еще раз посмотрю. Нарядная сверкающая елочка. Обратите внимание, камин. Украшения на камине. Собакен. Котей. И заснеженная деревушка за окном. Все очень хорошо, тепло и уютно. Крест в 2 и в 4 нити. Бэк в одну и в две нити. 18-я Аида, 58 цветов. Уровень сложности 4 из 5. 48,5 на 34 сантиметра этот набор.
Вот такой вот рождественский интерьер. Следующий набор B592. Натюрморт. Это вышивка крестом, потому что такой же есть в гобелине. Там немножко другой артикул. Г-592. Если его заказали, мы с вами сейчас до него доберемся. Вышивается только крестиком на 16 аиде. 57 цветов анкор. Уровень сложности 3 из 5. 39 на 23 сантиметра. Так и называется натюрморт. Очень аппетитный. И я бы даже сказала осенний, потому что вот сейчас у нас уже осень, и вовсю продаются персики, сливы и виноград. Вот такой вот красавчик. Ниточки канва. Следующий набор B594. Пионы у окна. Смотрите, какие кружевные, красивучие бутоны. Вот они внизу. Очень красивый букет. Вышивается только крестиком на 18 аиде. Нету тут абсолютно бэка. Мулине анкор 58 цветов. 41 на 38 сантиметров. Пионы у окна. Ниточки и канва. Следующий набор B595. Канун Рождества называется этот набор. Посмотрите. Какое небо, да? Кардинал. Второй. Саночки елочку домой везут. Почтовый ящик украшенный. Все сверкает и горит. Вышивается крестиком в две ниточки. Фрузелок в одну ниточку, бэк в одну ниточку. На 18 аиде мулине анкор 47 цветов. 48 на 32,5 сантиметра. Канун Рождества. Ниточки и канва. Следующий набор B596. Оттепель. Очень красивый. Посмотрите. Ну вот как будто можно разве сказать, что это вышивка. Как будто все на самом деле. Как будто это фотография. Только крестик здесь на 18 аиде. Мулине анкор 41 цвет. 32,5 на 46 сантиметров. Уровень сложности 4 из 5. Оттепель. И вот-вот-вот-вот придет весна. Еще у нас не закончилось лето, а мне уже опять хочется весны и лета. Ниточки и канва. Следующий набор. Он уже в коробочке. Обратную сторону мы не посмотрим как следует. Красные и белые пионы называется набор. B608 артикул. Вышивается только крестиком. На 18 аиде 52 цвета здесь. Уровень сложности 4 из 5. 34 на 42 сантиметра. Сейчас у нас идет совместник по любимым производителям. И девушка шьет вот такой набор. Приходите любоваться и вдохновляться. Очень красивые цветы, правда же? И совсем небольшое вот такое вот окошечко мы посмотрим. Следующий набор B609. Зима. Коротко и ясно название. Все замерзшее, розовое небо, березоньки, овраг. Только крестик. 16 аида. Мулине анкор 35 цветов. Уровень сложности 4 из 5. 35 на 47 сантиметров. Ниточки и канва. Следующий набор. B614. Очень он красивый. Вчера смотрела по телевизору. У нас фестиваль воздушных шаров будет в Краснодарском крае. И совсем недалеко от Краснодара. И если бы я завтра не уезжала на море, я бы, конечно, с удовольствием поехала, посмотрела, что там за фестиваль такой. Но, увы. Смотрите, тут и домик, и маяк, и цветы, и шары, и роскошное небо. Все очень хорошо в этом наборе. Крест в две нити, бленд в две нити. 18 аида, 62 цвета.
Уровень сложности 5 из 8. 42 на 34 сантиметра. В наборе идет 2 иголочки и нитка-вдеватель. Воздушные шары над Sunset Co-UF называется. Этот набор, он шикарный. Ниточки, маленькое окошечко. Следующий набор. B616, мельница осеннего ручья. И здесь, посмотрите, шары, вот она мельница. Вот он, российский флаг, чтобы вы мне не говорили. Я знаю, что это лодочки. Но это ведь и российский флаг тоже. Посмотрите, речушка бежит, домик, осень. Все очень хорошо. Вышивается только крестиком. На 18 аиде 66 цветов. Уровень сложности 5 из 8. 48 на 34 сантиметра. 2 иголочки и нитка-вдеватель. Очень красивый пейзаж. Не могу. Ниточки. Только увидим кусочек без канвы. B114. Следующий набор. Сакура называется. Вот такая вот девчушка. Сидит, охраняет свое деревце. Бэк в одну и в две ниточки. Крест в две ниточки. 16 аида. Мулине анкор. Уровень сложности 3 из 5. 18 на 25,5 сантиметров. Здесь неполная зашивка, поэтому можно, думаю, будет заменить основу. Ой, как бы поставить. B1145. Вышивается крестиком в две ниточки. Бэк в одну ниточку. Желтая канва 16. Мулине анкор 48 цветов. Вот казалось бы, да? 48 цветов в этом наборе. 32 на 41 сантиметр. Вот такая вот японочка. И бабочки кружат над сакурой. Вот она канва. И ниточки. Следующий набор. B1156. Кардинал. Вот такая вот красивая птичка. Вышивается крестиком в две нитки. И бэк в одну ниточку. Белана в этом наборе. 20-го каунта. 17 цветов. Мулине анкор. Уровень сложности 2 из 5. 10 на 9 сантиметров. Эта птичка. Тканюшка и ниточки. Следующий набор. Певчая птица. Также крестик. Не сказала артикул. B1167. Также крестик в две нитки. Бэк в одну ниточку. Белана. 19 цветов анкор. Уровень сложности 2 из 5. 8,5 на 8 сантиметров. Она немножечко поменьше, эта птичка. Ниточки и канва. Следующий набор. Это новинки пошли. B1194. Синица на ветке называется этот набор. Ну, что-то не похоже на синицу на ветке, похоже на воробья, правда же? А написано синица. Видите как? Вышивается крестом в две нитки, полукрест в две нитки, французский узелок, бэк в одну ниточку. На 16 аиде уровень сложности 2 из 5, 30 цветов. А в этом наборе 16 на 12 сантиметров. Ниточки и канва. Вот следующий набор синица. Да? Вот если так посмотреть, B1195, а написано Лазаревка. Крест в две ниточки, французский узелок, бэк в одну ниточку. 30 цветов мулине анкор, уровень сложности 2 из 5, 15 на 11 сантиметров. Вот такая вот Лазаревка, красивая. Следующий набор. B1196, зяблик. Крест две ниточки, полукрест две ниточки.
Фрузелок, бэк в одну и в две ниточки. 33 цвета, 16 аида. Уровень сложности 2 из 5. 11 на 16 сантиметров зяблик. Ниточки, канва. Следующий набор. Какой-то у нас птичкин обзор. B1197. Вышивается крестом в две ниточки, бэк в одну и в две нитки. 16 аида, 30 цветов мулине анкор. Уровень сложности 2 из 5. 14 на 15 сантиметров. Черноголовый щегол это. Вот такой вот щегол. Ниточки канва. Следующий набор B2223 маки. Так и называется. Вышивается только крестиком на 16 аиде. 18 цветов мулине анкор. Уровень сложности 3 из 5. 40 на 23,5 сантиметра. Вот такая вот красотища. Канва и ниточки. Следующий набор. B2242. Вышивается крестиком. Бэк в одну ниточку. Крестиком в две нитки, бэк в одну, 18 аида, 21 цвет мулине анкор, уровень сложности 2 из 5, 19,5 на 25 сантиметров. Эмоция получается, ударение на букву О, значит эмоция. Эмоция. Цветок это или бабочка, эмоция непонятненько. Ну, в общем-то, нужно включить фантазию. Летнее настроение. Скорее всего, эмоция. Чуть-то я на И перенесла. Видела же, что на О ударение. Летнее настроение. Вот такая вот бабочка. На колосках, да, сидит. Крест две нити, бэк в одну ниточку, 18 аида, 19 цветов анкор, уровень сложности 2 из 5, 18,5 на 28,5 сантиметров. Летнее настроение. Канва и ниточки. Следующий набор. Летнее наслаждение. B2248. Артикул. Крест в две ниточки, бэк в одну и в две ниточки. 16 аида, 24 цвета мулине анкор. Уровень сложности 2 из 5, 20 на 28 сантиметров. Этот набор ниточки канва. Следующий набор. Ой, как мне нравятся эти панельки, но мы с вами их... Давайте, наверное, я их уберу в стороночку. У нас сейчас стол освободится, и мы их посмотрим все вместе. Целых 5 наборов панелек. B2263. Пионы. Нежность, нежность. Посмотрите, какая. Да? Очень нежная картина. Прям цвета такие еле-еле. Вот прям приглушенные. Все, как я люблю. Крест две нити, 18 аида, 39 цветов. Мулине анкор, уровень сложности 3 из 5, 34,5 на 23 сантиметра. Так и называется пионы и артикул B2263. У этих пионов вот еще одна панелька пришла. Мы ее сейчас тоже уберем в стороночку. Все вместе хочу вам показать. Следующий набор. Микки. Смотрите на него, какой он смешной. Аж зажмурился. Видите, чухается. Крест две нити, бэк в одну ниточку. 18 аида, 20 цветов мулине анкор. Уровень сложности 3 из 5, 19,5 на 27 сантиметров. B2269. Такой прикольный котель. Ниточки канва. Следующий набор. Сестричка у меня заказала такой набор. Потому что скоро доченьку замуж выдает, младшую.
Заказала, говорит Аня, я начну. Она так особо не вышивает. Если вдруг что-то пойдет не так, ты довышиваешь, да? Надеюсь, что все пойдет так, и я не довышиваю. B2276. Навсегда называется набор. Крест в две ниточки. 18 аида. Мулине анкор 20 цветов. Уровень сложности 2 из 5. 20,5 на 13,5 сантиметров. B2276. Вот такие вот две руки молодоженов. B2303. Тыквы, так и называется набор. Вышивается только крестиком на 16 аиде. Аида такая, видите, какого цвета? Под лен, показывает нам Лукаэс. 42 цвета, уровень сложности 3 из 5. Размер 46,5 на 27 сантиметров. Тыквы. Вот такие три красивые тыквы. Стоят вазочки, представляете? Украшаю чей-то стол. Вот она, канва и ниточки. Следующий набор. B2306. Сова. Крестик в две ниточки. Бэк в одну и в две ниточки. 16 аида. Мулине анкор 29 цветов. Уровень сложности 3 из 5. 19 на 18,5 сантиметра. Вот такая вот совуля симпатичная в шапке. Деловая. Ниточки и канва. Очень нежный этот набор. Каждый раз, как я его показываю, каждый раз любуюсь. Милота, милота. Правда же, продолжает он пользоваться спросом у вышивальщиц. Вот такие вот мама и Ляля лисички обнимаются. Лисица называется набор. Крест в две нитки, бэк в одну и в две ниточки. 36 цветов. 16 аида, уровень сложности 2 из 5, размер 20 на 22,5 сантиметра. Канва и ниточки. Следующий набор. B2365. Цветущий Париж. Тяжелый набор. Сейчас переверну, вы посмотрите. Много-много ниточек наверняка. Его мы с вами рассматривали. И гадали, что же это, осень или весна. Я так думаю, что это весна. Видите, цветочки. Ну, хотя и осенью, если теплая осень, тоже могут цветы спокойно расти. В общем, вот он, цветущий Париж. Парочки гуляют, кафешки, велосипед вот на первом плане. Видите, с хрустящими багетами. Французскими всем известными голуби. Все очень хорошо. Столики пустые на улице, потому что дождичек капает. Вышивается крестом. Бэк в одну ниточку. 18 аида. 54 цвета. Мулине анкор. Уровень сложности 4 из 5. Размер 47 на 34 сантиметра. Цветущий Париж. B2365. Вот, посмотрите, сколько много ниточек здесь. Он, правда, тяжеленький. Следующий набор. B2366. Летние цветы. И вот они, и розы, и мальвы, и вьюнок, и бабочки тут прилетели. Очень красивый, сочный и яркий набор. Правда же? 2366 артикул. B2366. Крест, полукрест, две ниточки. Бэк в одну ниточку. 47 цветов мулине анкор. На 18 аиде вышивается. Уровень сложности 3 из 5. 28 на 28 сантиметров. Вот такая красота. И вот такие вот ниточки. Цветотерапия. Следующий набор. B2378. Викторианские воспоминания. И вот такие вот воспоминания. Посмотрите, беседка. С розами, два креслица. Видимо, только-только, видите, еще помятые подушечки. Видимо, кто-то только-только встал и отошел. Шляпка, зонтик. Все очень замечательно. Крест и полукрест, две нити. Бэк в одну ниточку.
18 аида, 56 цветов мулине анкор, уровень сложности 4 из 5, 28,5 на 35,5 сантиметров. Этот набор ниточки канва. Следующий набор B2381, чай у воды. И вот он, главный герой этой картины. Чайник, чашечки, молочник, по-моему, красивые стульчики, букетик на столе. И вода, тоже главный герой. Домик, посмотрите, цветущий сад, мостик. Все замечательно. Сейчас кто-то придет вот на этот островок и сядет чаевничать. Крест в две нитки, бэк в одну нитку, 18 аида, мулине анкор 64 цвета. Здесь сложный набор, уровень сложности 5 из 5, 42,5 на 34 сантиметра. Это красота. Ниточки канва. Следующий набор B2384, озеро Анси называется набор. Тоже очень-очень красивые парочки гуляют, так же, как и в Париже мы сейчас смотрели. Цветочки вокруг. Все очень замечательно. И цвета такие спокойные и не кричащие. Крест и полукрест, две нитки, 18 аида, 54 цвета мулине анкор, уровень сложности 4 из 5, 45 на 34 сантиметра. Ниточки канва, уже переполнена у меня коробка. Скоро понесу девчонкам. Мечтая о белом Рождестве. Вот такой вот красивучий набор. Девочки отшивали его в прошлом году, показывали. Красота получается. Смотрите, елочка, камин, веночек, лестница украшенная. Ну и банда же, конечно, заморилась, спит, набирается сил. Потому что непонятно, почему еще елка даже целая стоит. И куча подарков. Крест в 4 нити, в 2 нити, бленд в 3 нити, французский узелок, бэк в 1, в 2 и в 4 нитки. Бэк в 4 нитки на 18 аиде. 56 цветов мулине анкор, уровень сложности 5 из 5, размер 50 на 34 сантиметра. Этот красивый набор. Вот такие вот ниточки. Следующий набор сестрички. Крест в две нитки, бэк в одну ниточку, 16 аида, мулине анкор 53 цвета, уровень сложности 4 из 5. 25 на 32 сантиметра. И вот они, три сестрички, три подружки, стоят на бережочке, любуются морем. Старшая, как всегда, за младшей смотрит, а средняя, наверное, это пацан в юбке сама по себе. Ниточки и канва. Все, девочки, одну коробочку посмотрели, сейчас продолжим. Продолжаем рассматривать наборчики. Следующий набор. Новинка. Вот такой вот набор от Letty Stitch L8043. Такие два милых коте в кармашках сидят. Вышивается крестиком. Бэк в одну и в две ниточки. На 16 аиде. Мулине анкор 21 цвет. Уровень сложности 2 из 5. Размер 14 на 16 сантиметров. Ниточки и канва. Следующий набор L8042. Be Happy. Называется набор вот такой вот котей. В комбинезоне у кого-то спрятался. Крест в две ниточки, бэк в одну и в две. 16 аида. Мулине анкор 18 цветов.
Уровень сложности 2 из 5, 15 на 10 сантиметров. Ниточки и канва. Следующий набор. Фонарь. B7005. Ну вот он, главный герой, фонарь. И рядом, посмотрите, жестяной кувшинчик с цветами, с полевыми. Птичка. И 1915 год написано. И еще один жестяной кувшин. И здесь один букет. Вот такая вот красота. Вышивается крестом в две нити. Бэк в одну и в две ниточки на 16 аиде. 30 цветов мулине анкор. Уровень сложности 3 из 5. 21 на 19 сантиметров. Ниточки и канва. Следующий набор B7009. Орхидея. Изящные орхидеи, пардон. Вот такая вот красавица орхидеи. Крест в две нити. Бленд в две нити. Полукрест в две нити. Бэк в одной и в две ниточки. Изящные орхидеи, 24 цвета, 16 аида, уровень сложности 3 из 5, 25 на 25 сантиметров. Ниточки и канва. Следующий набор B7011. Везучая сова. Вот такая вот сова в ромашках сидит, милашная. Везучая, видимо, потому что бантик сам к ней прилетел и сел на головушку. Крест в две нити, полукрест в две нити, бэк в одну и в две ниточки. 16 аида, 47 цветов, уровень сложности 3 из 5, 30 на 24 сантиметра. Вот такая вот красивая совуля. Ниточки канва. Следующий набор B7012. Нежная привязанность. Похожий набор есть у фирмы «Золотое руно». Девочки все меня спрашивают: Аня, будете ли вы сотрудничать с «Золотым руно»? Раз уж мы вспомнили про эту фирму, я бы и рада сотрудничать. Но в феврале или в марте, уже точно не скажу, «Золотое руно» написало, что прекращает сотрудничество с оптовиками. Потом уже в начале лета мне пришло письмо, что они возобновляют работу. Но на письма они мои не отвечают. Поэтому, наверное, мы не будем сотрудничать. Ну, потому что я не знаю, как сотрудничать, если не отвечают на мои письма. Вот так вот. B7012. Посмотрите, очень милый сюжет. Во-первых, красивые цветочки вокруг. А во-вторых, это два друга. Лошадка и котей. Кот нежно трется об лошадиную морду, а она такая, нравится ей это, балдеет. Вот такой вот красивый набор. Крест и полукрест две нити, бэк в одной в две ниточки, 16 аида, 53 цвета, мулине лука С, уровень сложности 3 из 5, 25 на 32 сантиметра. Нежная привязанность. Ниточки и канва. Следующий набор. Артикул B7013. Это новинка. Вот такой вот милый котей. Посмотрите, какие у него лапы. Хочется их поцеловать прям. Эти розовые красивые лапы. Голубоглазый, розовоносый. Играет вот с бабочкой. Крест и полукрест две нити. Бэк в одной в две ниточки. 16 аида. 33 цвета, уровень сложности 3 из 5. Игривый котенок 33 на 23 сантиметра. B7013. Ниточки канва. Следующий набор. BL22866. Этот набор называется букет чайных роз. Тоже очень нежный. Посмотрите, какие розы. Стоят вазочки. Очень красивые цвета. Вышивается крестиком в одну ниточку. Здесь Лугана 20-го каунта. 47 цветов мулине анкор. Уровень сложности 3 из 5. 31 на 20 сантиметров. В одну ниточку. Представляете, какая получается нежность.
Следующий набор BA2328. Гортензия. Вышивается крестиком в 2 нитки на 16 аиде. 47 цветов. Уровень сложности 3 из 5. 43,5 на 35 сантиметров. Гортензия. Ниточки. Канва. Следующий набор. Гобелен. Всем известная дубовая роща Шишкина. Мы когда ездили в Крым, любовалась я и показывала папе, по-моему, на стене славы, если я не ошибаюсь. Был этот набор кем-то отшитый или в совместнике, или где-то в ленте он вылетел. И, в общем, показала я папе, говорю: пап, посмотри, это вышивка. И очень она ему понравилась. Он говорит: не может быть, ну-ка покажи, ну-ка приблизь. Как красиво, как красиво. Я хочу такую картину, поэтому, девочки, придется мне, наверное, или в гобелене, или в кресте этот набор в ближайшее время отшить. Потому что папе он очень понравился, и у него прям горел глаз. И он восхищался этой работой. Ну, тут понятное дело, вы наверняка все видели отшив. Это красота неземная. Такое чувство, как будто ты сам стоишь в дубовой роще, и совсем это не вышивка. И даже не фотография. В общем, рассказываю про этот набор. Вышивается он на гобеленовой сетке в 2 ниточки 25 каунта. 34 цвета мулине анкор. Уровень сложности 4 из 5. 50,5 на 32 сантиметра работа. Дубовая роща Шишкина. Вот такая вот красота. Г-476. Вот она, гобеленовая сеточка и ниточки. Следующий набор тоже гобелен. Осенний пейзаж. Г-481. Вот она, красавица-мельница. И вокруг все цвета радуги. Осенние радуги. Также вышивается на гобеленовой сетке. В 2 ниточки. Мулине анкор 36 цветов. Уровень сложности 4 из 5. 37 на 26 сантиметров. Гобеленовая сетка и ниточки. Следующий набор. Г-512. Ваза с цветами жасмина называется. Вот он, жасмин. И сирень, да? У сестры у меня растет жасмин. Какой он ароматный, не могу вам передать. В июне, наверное, он цветет. Точно не могу сказать. 20 на 29 сантиметров, 38 цветов. Вышивается на конве 25 каунта. Равномерка здесь, да, наверное? А, нет, это же гобелен. Гобеленовая сетка. Здесь, видите, уже, ну, вот так старая информация. Если в новых наборах вот так уже информация дается, можно все прочитать, то в старых вот таким вот списочком. В общем, вот такая вот красивая ваза. И вот обратная сторона набора. Следующий набор гобелен Г-550. Двое под зонтом. Рваный какой-то старый зонт нашли. Посмотрите на них. И сидят. Все им нипочем. Этим двум друзьям. Мулине анкор 34 цвета. Размер 21,5 на 15,5. Уровень сложности 3 из 5. Г-550. И такие вот два дружочка под зонтом. Г-588. Натюрморт с голубикой. Вот она, голубика. Посмотрите, какие натуральные красивые розы. Ваза, открытое окошко, занавесочка. Все очень замечательно в этом наборе. Г-588. Мулине анкор 57 цветов. Уровень сложности 5 из 5. 29 на 27 сантиметров. Этот набор. Ниточки и канва. Следующий набор. Мы с вами только что смотрели в крестике. Это уже гобелен. Г-592. 57 цветов мулине анкор. Уровень сложности 4 из 5.
24,5 на 14,5 сантиметров. Вот такой вот реалистичный, красивый, аппетитный натюрморт. Следующий набор. Г-598, тоже гобелен. Вот такой вот рождественский олень. Красавчик, посмотрите, какие рога у него. Снежок идет. И он что-то призадумался. Не грустный, нет, веселенький, мне кажется. Украсили его. Астролист, бантик, упряжка вон тоже вся украшена. Называется набор «Рождественский олень». Гобеленовая сетка. 53 цвета. Мулине Анкор. 15 на 22 сантиметра. Ниточки и канва. И вот такой набор девочки шьют у нас совместники. Приходите любоваться. Г-607. Незабываемая называется этот набор. Красивое поле с маками. На заднем плане ферма какая-то. Мы уже с вами говорили об этом. И всякие разные красивые деревья. Мулине Анкор 60 цветов. Уровень сложности 4 из 5. 32 на 24 сантиметра. Твердой коробочке, поэтому вот так только мы цвета можем с вами посмотреть. GK030. Вот такие вот рождественские гномы. На пластиковой конве 14 каунта. Крест в две нити, бэк в одну ниточку. Мулине Лукаэс 21 цвет. Размер каждой игрушки 9 на 8 сантиметров. Вот такие веселые гномики. Канва и ниточки. Следующий набор. Лисята и оленята. Тоже веселые ребята. Видите, зажмурился. Улыбается. JK032. Крест в две нити. Бленд в три нити. Полукрест в две нити. Бэк в одну и в две ниточки. Мулине Лукаэс 30 цветов. 14-я пластиковая канва. 9 на 9 сантиметров. Размер каждой игрушки. JK033. Кошки. Так и есть. Вот как раз год кота и кролика у нас грядет. А это текущий год. Год тигра. Вышивается крестом в две ниточки. Бэк в одну и в две ниточки. 14-я пластиковая канва. 31 цвет. Мулине Лукаэс. Уровень сложности 3 из 5. Размер каждой игрушки 8 на 10 сантиметров. Вот такие милые котятки. Ниточки, канва. Следующий набор. JK034. Зимние игрушки. Снеговичок, пингвин, еще один снеговичок. И еще один. Тут целая банда. И медвежонок. Медвежонок и пингвин. И три снеговика. Нет, четыре. Четыре снеговика, один медвежонок, один пингвин. Зимние игрушки. Крест в две нити, бленд в три нити, бэк в одну и в две ниточки, 14-я пластиковая канва, мулине Лукаэс 33 цвета, уровень сложности 3 из 5, размер каждой игрушки 9 на 9 сантиметров. Канва, ниточки. И вот такая вот даже ниточка, посмотрите, есть переливающаяся. Лети Стич. Лети 927 артикул. Время кофе называется. Крест и полукрест две ниточки. Бэк в одну ниточку. 16-я Ида. Мулине Анкор 26 цветов. Уровень сложности 2 из 5. 15 на 14 сантиметров. Кофеек. Ниточки, канва. Следующий набор. Смотрите, какие шикарные, прям объемные-объемные розы. Да? Прям объемные они. Вышивается крестом в две ниточки на 16-й Аиде. 52 цвета мулине Анкор. Уровень сложности 3 из 5. 30 на 30 сантиметров. И обратная сторона ниточек. Ой, ниточек. Набор. Лети 947.
Смотрите, пожалуйста, все зверята сбежались, да, посмотреть на красивую елочку украшенную. Вот они все стоят, снежок идет, а они любуются. Небо, да, какое, елки на заднем плане. Очень все красиво. Крест в 2 и в 5 ниток, французский узелок, бэк в 1 и в 5 ниток, 16 аида, мулине анкор 53 цвета, уровень сложности 4 из 5, 46 на 30 сантиметров. Ниточки, канва. Вот такая вот прелесть. Следующий набор. Лети 955. Что-то написано «Дух». Я свободен. Дух свободы, что ли? Ну да, пусть будет дух свободы, девочки. Я в английском, честно вам скажу, не сильна. На уровне школьной программы. Лети 955. Этот набор очень красивый. Волк и волчица, посмотрите. Ворон. И вот здесь. Ворон и волки бегут. Вот он, ворон. А здесь какая-то другая птичка. Не скажу даже, как называется. И вот написано, видите? In spirit, I'm free. Видите, прямо на наборе написано. Только-только рассмотрела. Сколько раз я его показывала, ни разу не видела. Крест в 2 и в 5 ниток. Французский узелок. Бэк в 1 и в 5 ниток. 16 аида. Мулине анкор 34 цвета, уровень сложности 4 из 5, 24 на 32 сантиметра. Ниточки канва. Следующий набор тоже Лети Стич. Лети 959. Вот такая вот девушка. Читала книжку, отбросила ее, а лежит в цветах, мечтает. Крест в 2 нити, бленд в 2 нити, бэк в 1 и в 2 ниточки, 16 аида, 52 цвета, уровень сложности 4 из 5, 44 на 29 сантиметров. Это красавица. Ниточки канва. Как-нибудь их хочется аккуратненько ставить. Следующий набор. Такая вот феечка. Видите, крылышки аж светятся. Лети 960. Уморилась, видимо, прилегла. Рядом, видите, птичка, олененок прискакал, бабочки кружат. Вышивается крестом в 2 ниточки, французский узелок и бэк в 1 ниточку. На 16 аиде мулине анкор 58 цветов. Уровень сложности 4 из 5. 40 на 30 сантиметров. Вот такая вот красавица. Ниточки канва. Следующий набор. Новогодние игрушки. Фонарик. Санта-Клаус. Олененок. Конфета. Домик. Колокольчики. Еще одна конфета и снеговичок. Лети 966. Крест в 3 нити, крест в 5 нити, полукрест в 3 нити, полукрест в 5 нитей, французский узелок, бэк в 1 и в 5 ниточек. А на пластиковой конве вышивается 14 каунта. Присутствует тут металлик, 42 цвета анкор. Уровень сложности 3 из 5, 10 на 9 сантиметров, размер каждой игрушки. Вот он металлик, бисер. Ниточки и канва. Красота какая. Следующий набор. Лети 981. Такая вот бабочка красавица. И даже не сколько бабочка привлекает внимание. Первым делом почему-то мне бросается в глаза вот этот красивый орнамент вокруг. И фон наверняка, видите, зашит полукрестом. Красивыми такими веточками.
Крест в две нити, полукрест в две нити, французский узелок, бэк в одной в две ниточки. 16 Аида, Мулине DMC и Анкор. 35 цветов, уровень сложности 4 из 5, 25 на 25 сантиметров. Вот такие вот ниточки красивые. И канва. Следующий набор, артикул Лети 992. Вот такая вот девчушка-ведьмочка в обнимку с тыквой. Черный кот удивленный. Метла. Все как надо. Крест в две нити. Французский узелок. Бэк в одной в две ниточки. На 16 аиде серого цвета. Мулине Анкор 33 цвета. Уровень сложности 3 из 5. 23 на 19 сантиметров. Тыквенная девочка называется. Набор. Вот она, канва серая и ниточки. Следующий набор пользуется спросом, как только он вышел. Вот такие вот лучшие друзья. Посмотрите. Девочка обнимает спаниеля. В красной шапочке, в красной курточке, в шарфике. Наверное, хочет его согреть своим теплом. Крест и полукрест в две нити. Нету здесь бэка. 16-я канва. 50 цветов Мулине Анкор. Уровень сложности 3,5 из 5. 27 на 23 сантиметра. L8019 артикул. Вот такая вот красотища. Ниточки канва. Следующий набор. L8028. Такие вот котята, посмотрите, пришли они понаблюдать. Птицы купаются. Один романтик, видите, за бабочками наблюдает. Ну, рыжий, конечно, самый хулиган, ему все надо. А серый такой, наверное, с рыжим хочет поиграть. На птичек ему не очень-то интересно. А может, он вот эту птичку рассматривает, да? Крест в две нити, фрузелок, бэк в одну ниточку. 16 аида, 56 цветов Мулине Анкор. Уровень сложности 4 из 5, 34 на 29 сантиметров. Ниточки и канва. Следующий набор. Муза. Вот такая вот красавица всех пленила. И я в нашем совместнике даже обидела девочку. Каюсь. Но я сходила и извинилась. Начали мы отшивать этот... Начали мы совместник. И девушка выложила подготовку. И начала отшивать. И девочки, ну вот я вам говорю. За два отчета, это считать, ну там две недели. Девушка отшила всю музу. Я, честно говоря, ей не поверила. И попросила удалить работу. А оказывается, она действительно очень быстро вышивает. Я такого даже себе представить не могла. Она на меня обиделась, удалила работу. Я пошла, конечно, извинилась, сказала, давайте вернемся на места. Она сказала, нет, не надо. Ну, все, в общем, разрешили, вроде бы не обижается уже. Ну, теперь я более тщательно уже проверяю. Если кто-то быстро вышивает, я, конечно же, уже так не придираюсь. Вот такие вот у меня какие-то... Я тоже себе оставила такой набор, но сейчас у меня такая... Тоже хотела его сразу-сразу прям отшить на одном дыхании. Ну, какая-то горечь у меня от того, что я ни за что обидела человека. Ну, я правда не знала, что можно так быстро вышивать. Еще раз прошу прощения, Людмила, у вас. Итак, рассказываю про набор, про эту красивую испанку. Страстную. С сочными губами. Посмотрите, какой у нее взгляд. Выделенные скулы. Она такая вся ух. Горячая, наверное, как все испанки. Вышивается этот набор крестом в две ниточки. На 16 аиде 52 цвета. Уровень сложности 3 из 5. 25 на 20 сантиметров. Вот такая вот красавица. Я пока ее убрала в стороночку. Может быть, позже. Чувство вины меня не покидает. Ниточки и канва. Следующий набор. L8032.
Это уже пасхальные такие игрушки. Посмотрите, уточка, курочка, девочка с кроликом. И всевозможные кролики. Можно сейчас год кролика, можно их отшить и украсить елочку, правда же? Крест в две нити, полукрест в две нити, французский узелок, бэк в одну и в две ниточки. 16-я Аида, пластиковая, да? Пластиковая. 16-я. Написано 16-я. Мне кажется, что 14-я. Ну, после того, как сниму видео, я сравню. Написано 16-я. Я даже не знала, что 16-я пластиковая бывает. Аида Цвайгард написано. Нет, это, наверное, опечатка, девочки. Здесь 14-я пластиковая канва. Ну-ка, давайте еще раз посмотрим, чтобы я уже не была голословной. Сейчас очечи одену. Да нет, 14-я пластиковая канва. Написано 16-я Аида Цвайгард. Видимо, это ошибочка. 36 цветов мулине анкор. Уровень сложности 4 из 5. 11 на 8 сантиметров. Размер каждой игрушки. И вот она, обратная сторона ниточки и пластиковая канва. Следующий набор очень красивый. Тоже девочка у нас его начала с Санкт-Петербурга в совместнике. Наташа очень-очень цвета шикарные. С моря она начала. Еще пока ничего не понятно, но приходите, следите за процессом. Я думаю, будет красота. L8036 вышивается крестом в две нити. Бэк в одну ниточку, фрузелки. 16-я Аида. 79 цветов мулине анкор. Уровень сложности 4 из 5. 48 на 32 сантиметра. Вот такой вот пиратский остров шикарный. L8036. Ниточки. Следующий набор. Маленькая балерина. Видите, зашнуровывает пуанты. Пачка у нее. Сейчас готовится, видимо, к выступлению. Вышивается крестиком в две ниточки. Бэк в одну ниточку. 16-я Аида. Мулине анкор 40 цветов. Уровень сложности 4 из 5. Размер 32 на 32 сантиметра. Вот такая вот балеринка. Обратная сторона набора. Следующий набор. Крест в две нити, полукрест в три нити. Никакого бэка здесь нет. 16-я Аида, 40 цветов. Уровень сложности 3 из 5, 32 на 23 сантиметра. L8040, вот он, дождливый, холодный Лондон. Биг Бен, и бегут прохожие побыстрее, чтобы спрятаться от дождя. Ниточки канва. Следующий набор. Старшая доченька у меня, когда его увидела, сказала: «Мама, мне надо. Мама, мне срочно надо». Ну, в общем-то, вот приехал ей этот набор. Такая драма не для ламы. Посмотрите, позитивная такая лама. Мне кажется, вот можно заменить на ниточки Клауд от Гаммы. Правда же? Вот эти белые ниточки, чтобы она была такая пушистая. Стиляжная девчонка, посмотрите, в разноцветных очечах, фонарики у нее, в общем, хипарь, а не лама. Вышивается крестом в две ниточки, бэк в одной в две ниточки, 16-я Аида, 27 цветов мулине анкор, уровень сложности 2 из 5, 10 на 14 сантиметров, размер каждой ламы. Ниточки и канва. Следующий набор – это новинка. Правда, его можно долго рассматривать. Посмотрите, вот тут и привидение, скелет. Вот еще в доме привидение. Одно, второе, третье. С кошкой тут разговаривает. Вот за трубой спряталось привидение. Летучие мыши из трубы. Тут, в общем, их целая компашка. Посмотрите, здесь два товарища сидят, болтают. И здесь два товарища со скелетом. Вот еще два привидения. Вот еще одно. В общем, считать не пересчитать. Скелет, тыквы.
В общем, очень страшный дом. Но привидения совсем не страшны, очень даже симпатичные ребята. L8045 артикул. Небо какое красивое, обратите внимание. Вышивается крестом в две нити, бэк в одну и в две ниточки. 16 аида. Мулине анкор 50 цветов здесь. Уровень сложности 4 из 5. 44 на 33 сантиметра. Не маленькая работа. И как раз осенняя, осень ее хорошо вышивать. Уж не знаю, успеете ли вы Хэллоуину, но начать стоит атмосферненько. Вот такая подушечка приехала. Она у меня уже отшита, лежит, ждет оформления. ПБ 168, 40 на 40 сантиметров, 11 цветов здесь, шерстяные ниточки. И я всегда, когда смотрю на эту подушечку, всегда говорю, что на пенсии ее хорошо вышивать, когда у меня зрение совсем-совсем уже не будет. Посмотрите, какая канва. Можно даже, мне кажется, тут на ощупь вышивать. Все, посмотрели мы вторую коробочку и приступаем к последней. Итак, девочки, продолжаем с вами видео. Как я и говорила вам, панельки мы сейчас рассмотрим с вами. Уже освободился у нас стол, и можем мы спокойненько их рассмотреть. Клубника B2266, я вас обманываю, этюд с земляникой. Крест и полукрест две нити, бэка здесь нет. 18 аида, 34 цвета, уровень сложности 3 из 5. Размер, та-да-да-дам, внимание, 50 на 14,5 сантиметров. Этюд с земляникой. Вот такая вот красота. Сейчас мы их посмотрим все вместе. Вишня. B2252, только крестик здесь. Вышивается на 18 аиде, 38 цветов, 55,5 на 15,5 сантиметров. Аппетитная такая вишенка. Ниточки, канва. Следующий набор. B2253. Малина с бабочкой. Вышивается только крестиком и бэк в одну ниточку. 18 аида. Мулине анкор. 35 цветов. Уровень сложности 3 из 5. Размер 59 сантиметров на 20 сантиметров. Пока самый большой это малина. Ниточки. Следующий набор. B2254. Это уже этюд с клубникой. И маленькая стрекоза, видите, прилетела. Крест и полукрест, две ниточки на 18 аиде. Мулине анкор, 36 цветов. Уровень сложности 3 из 5, 49,5 на 18,5 сантиметров. А вот это пока самый высокий из всех этюдов. Ниточки, канва. Следующий набор 2257. Сливы. Крест в две нити, полукрест в две нити, бэк в одну ниточку. Также 18 аида, мулине анкор 36 цветов, уровень сложности 3 из 5, 57,5 на 18 сантиметров. Вот такой вот большущий набор. Сливы называется, канва, ниточки. И заключающая панелька. Это яблоки. Недавно кто-то показывал отшив на стене славы. Они шикарные, как настоящие. Вышивается крестиком. Я имею в виду только крест в этом наборе. Нету никакого бэка. 18 аида. 36 цветов мулине анкор. Уровень сложности 3 из 5. 49,5 на 16,5 сантиметров. Яблочки. И вот так вот. Обратная сторона выглядит. Итак, давайте разложим их все вместе. Крючки мешаются. Но ничего. 6 панелек. Тоже сдается мне, что это один человек заказал. Но утверждать не могу. Вот так вот, девочки, они смотрятся все вместе. Ну, естественно, когда они будут висеть у хозяюшки на стене красивые. Оформленные все в одном стиле, они будут смотреться совершенно-совершенно по-другому. Гораздо ярче
и красивее. Итак, а мы с вами продолжаем рассматривать. У нас осталась одна коробочка малыши. SP106. Вот такая вот открыточка с пчелкой и с лавандой. Обратная сторона. SP107 новогодняя елочка. SP85 магнолия. SP65 вот такой вот зайчик милый. SP45 лаванда. SP56 мак. SP110 маленькая лялечка родилась. Маленький мальчишечка. SP110. SP109 олененок. SP81 единорог. SP60 енотик. SP37 Санта-Клаус. Счастливого Рождества написано. SP97 колокольчики вышиваются в этой открыточке. SP72 вот такая вот птичка невеличка. SP103 бабочка красавица. SP57 вот такой вот доченька младшая наборчик мне вышивала на день рождения. Такой вот красивый нежный цветочек и стоит он сейчас у меня в комнате. SP57. Посмотрели малышей. Еще маленькие наборчики. Литера А, литера буква, естественно. По латыни B1202. Вот такой вот медвежоночек с буквой А. Вышивается крест-полукрест две нити. Бэк в одну, в две и в три ниточки. И французский узелок. 16 Аида. Мулине Анкор 18 цветов. Уровень сложности 2 из 5. 12 на 12,5 сантиметров. Этот Миша держит буковку А. Ниточки канва. Буква С. 12.04 артикул. И здесь Миша, видите, держит буковку. Крест-полукрест две нити. Бэк в одну, в две и в три ниточки. Французский узелок. Вышивается на 16 аиде. 18 цветов здесь. 13 на 12,5 сантиметра. Обратная сторона. Следующий набор. Вот такая вот конфета. Артикул JK001. 21 на 6 сантиметров. Размер конфеты. Размер вышивки, наверное. 6 цветов. В общем, вот такой вот красивый новогодний домик. И все готово для создания красоты. Канва, ниточки, кружавочки. Вот такой вот металлик. Следующий набор. БУ-4010. Новогодняя такая красивая красная машина. Зимние праздники называется набор. Везет елочку домой. Вокруг идет снежок. Все хорошо. Размер 24 на 33,5 на 16 аиде. 40 цветов. Вышивается только крестиком. Обратная сторона. Следующий набор БУ-4005, такой коттедж, крест, бэк в одну ниточку, полукрест в одну и в две ниточки. В этом наборе 34 на 24 сантиметра, 16 аида, 51 цвет. Обратная сторона. Следующий набор БУ-5001. Крест и полукрест, две ниточки.
18 Аида, 55 цветов, уровень сложности 4 из 5, 47 на 34 сантиметра. Зимний пейзаж называется набор, и мы с вами его смотрели. И давайте, как всегда, они идут рядышком. Посмотрите, они как схожи, мы можем их рядышком посмотреть, прям вот рядышком. Они прям, ну не то чтобы пара, они очень-очень созвучные. Посмотрите, и здесь речушка, мостик, домик, снежные кусты, и здесь снежные кусты, здесь елочки. Ну и вот здесь в центре елочки, и небо тут чуть светлее. А здесь чуть темнее. Очень-очень похожие наборы, правда же? Прям созвучные. Давайте начнем с этого. БО-5001. Крест и полукрест в две нити. 18 Аида. Муленый анкор. 55 цветов. Уровень сложности 4 из 5. 47 на 34 сантиметра. Сейчас мы размеры и все сравним. Вот так вот обратная сторона. Следующий набор также называется «Зимний пейзаж». Крест, полукрест, две ниточки. Нет, здесь ни граммочки бэка. 18 Аида. И в том, и в другом наборе. В первом наборе 55 цветов. В этом наборе 50 цветов. Уровень сложности 4 из 5. Так же, как и в том наборе. А вот размерчик уже другой. 60 сантиметров. Прошу прощения. На 32,5. А здесь 47 на 34, а здесь 60 на 32,5. Этот гораздо-гораздо больше. И обратная сторона. Давайте посмотрим. Вот так вот выглядит обратная сторона. В общем, вот так вот они выглядят с обратной стороны. Оба набора красивые, несомненно. Несомненно, посмотрите, и небо, и елочки, и снег, сугробы. Все очень объемно. Красиво и хорошо в этих двух наборах. Едем дальше. Следующий набор — Венеция. Называется БУ-5003. Крест, полукрест, две ниточки. Бэк в одной и в две ниточки. 16 Аида. Мулине Лукаэс. Уровень сложности 5 из 5. Представляете, он какой сложный. 58 на 30 сантиметров. Довольно большой. Две иголочки и нитка-вдеватель. Венеция. Очень-очень красивый. Обратная сторона, небольшое вот окошечко. Следующий набор — «Снегопад» называется. И вот такая вот красивая парочка. Посмотрите, шерсть. Мы уже с вами его в прошлый раз рассматривали. И в этот раз мне хочется рассмотреть. Снежок идет. Посмотрите, пар изо рта воет, воет на луну. Крест две нити, бэк в одну ниточку, 16 Аида, Мулине Лукаэс, 36 цветов, уровень сложности 3 из 5, 42 на 30 сантиметров, БУ-5004 артикул. Ниточки. Следующий набор — Амстердам, БУ-5005. Вот такой вот красивый городок. Крест и полукрест, две нити, бэк в одну и в две ниточки. 16 Аида, 59 цветов, уровень сложности 5 из 5. Сложный набор, 47,5 на 32 сантиметра. Ниточки. Следующий набор — Лондон. БУ-5006. Крест и полукрест в две нити. Бэк в одну ниточку. 16 Аида. Мулине Лукаэс, 58 цветов. Уровень сложности 5 из 5. 44,5 на 32 сантиметра. Вот если мы сегодня смотрели с вами набор с Лондоном, где моросил дождик, а здесь уже зима-зима, снег. И бегут. Прохожие быстрее домой. Вот такой вот красивый набор. Ниточки. Следующий набор. Девочки, я вас уже, наверное, заколебала со своим совместником. Но у нас совместники, девушка шьет вот такой вот набор. И я опять приглашаю вас полюбоваться. Очень красиво получается. Все здорово. Красиво учить цвета.
Лавандовое поле называется он, БУ-5008. Крест и полукрест две ниточки. Нету здесь бэка, представляете? Фрузелок, 16 аида, 59 цветов лукаэс. Уровень сложности 4 из 5, 51 на 32 сантиметра. Лавандовое поле. Посмотрите, какая красота. Так и хочется, да? Когда видишь такой набор, хочется вдохнуть полной грудью. И вот девчоночки собирают лаванду. Ниточки и иголочки. Следующий набор. Грузовик с лабрадорами. Вот она, посмотрите, счастливая, дружная семья. Раз, два, три, четыре, шесть. Щенят в красной машине. Веночек, елочку везут домой. И вот он кардинал, без него никуда. БУ-5009, крест-полукрест две нити, бэк в одну и две ниточки, фрузелок, 16 цветов, вышивается, 16 цветов, 16-я аида, уже все устала, мулине лукаэс, 59 цветов, уровень сложности 4 из 5, 32 на 31 сантиметр. Очень милый набор, правда же? Ниточки, иголочки. Следующий набор, новинка. Вот такой вот красавец Санта. Стоит со снеговиком и, видимо, читает ему список, делится с ним. А, проверяет он. Вот, видите, у него мешок с подарками. И он проверяет по списку, ничего ли не забыл. А снеговик, видимо, ему помогает. Пришел поглазеть кошак. Птичка прилетела тоже посмотреть, что тут интересненького происходит. Олени отдыхают, пока дедушка читает список. Домик, украшенная елочка, веночек, гирлянда. Вот еще птички. В общем, много-много, как в Диме, всяких интересных деталек. Крест и полукрест в две нити, бэк в одну и в две ниточки. 16 аида. Мулине лукаэс, 66 цветов. Сложный набор. Уровень сложности 5 из 5. 48 на 32 сантиметра. Коттедж Санты. БУ-5011. Вот такая вот красота. 10 наборов приехало. И уже все 10 разобрали. Все девочки, кому кто поставил плюсик, девчонки уже написали. Вот такие вот ниточки. И заключительный набор. Приехал вот такой вот роскошный коврик кому-то. Большой CB004, 65 на 93 сантиметра, почти метр. Вот такой вот красивый ковер. 100% хлопок написано, канва. Канва, про которую я вам сегодня говорила, посмотрите. И вот здесь тканюшка компаньон к коврику. И большущая канва. И шерстяные ниточки. Все, девочки. Всем доброго денечка. Сегодня загружу, скорее всего, видео на YouTube. Еще у меня есть видео от Паны. Я ждала, пока 2-3 дня пройдет. Но, наверное, сегодня загружу Лукаэс уже без экскурсий. А на днях загружу тогда Панну Миадолу Кларт уже с экскурсиями. Все. Всем позитивного денечка.